все здесь работает. Здесь работает. Так. Мишаня. Что это, да? Мишаня. Ты Миша? Саша, ты не Миша. Ближе. Ближе. Значит, раз, два. Для них показываешь. Слушай его. Два шага вперед и кувырок. Раз, два, оп, и кувырок. Значит, ко мне. Вышли и с этой стороны. Вы раз, два, три начнете здесь. Остальные начнут здесь. И потом я буду убирать, добавлять. Еще раз. Старайтесь делать раз, два и толчок с двух ног. Можно с одной ноги делать, но когда будет высота большая, уже с одной тяжело. Поэтому что нужно сделать? Раз, два и напрыгнуть. Оп, напрыгнуть. Руки недалеко, не близко. Дальше. И самое главное, мишени сюда. Сядь сюда. Лицо туда. Сядь. Значит, вот после кувырка, вот здесь, держать нужно колени. Кувырок сделали, растопили на боль. Колени так ставить, потому что держи вот так колени. Вам головой, оп, и шишка. Конечно, долго не делал, но не шишка. Пять. Вот так. Вот. Вот такое положение нужно кувыркнуться и встать. Понятно. А вы с той стороны? Так. Все встали, вот это нет. Вот эти, туда. Так, и еще раз. Техника безопасности гласит. Миша сделал кувырок. Встал. Как только отошел, тогда следующий делает. Понятно, да? Уходите туда дальше. Все, а вы сюда. Давайте здесь. Хорошо, поехали. Так, Макс сюда, Каталин сюда. Пока здесь. Я вас потом перевезу. Да. А ты боком. Помнишь, как это нужно? Что ты банка, ты боком. Так. Давай, не стесняйся. Встань и перекат делай. Раз, только перекатил. Раз и убежал. Все, и убежал. Вот так, все молодец. Куда спешишь, Александр? Он еще не ушел, ты делаешь. Коленки шире. И делаешь штырька рядом, с одной стороны, с другой. Саша, двумя ногами толкаешь. Так, стоп, мате, вы вдвоем, сзади. Забирайте ставку туда. Так, вы вдвоем. Забирайте ставку сюда. Вы вдвоем. Тот забирает ставку сюда. Все. Поехали. Хаджиме. Пошли. Кувырки. Пошли. Пошли. Что вы сидели? Вот. Что? А тут до сих пор, да?
ты никому не пускаешь, чтобы ты маленький. А то там есть, который, знаешь, там твой папа, сколько жрут? Сколько жрут? Пошли. Так. Возьми вон тот мат. Не мат, а мешок. Вот сюда. Вот сюда. На мешок не наступай. Наступать может только Руслан. Хорошо.
какая задача вам? Вы подвигаете и не делаете руки ставить и кувырок, а стараетесь без рук делать кувырок. Разбежаться нужно и кувырнуться. Не касается руками мало. Давай. И оп, руками стараться не касаться. О, вот так. Нет, а вверх попрыгивать в окно. Да. Да, вот руки назад убираешь. А чтобы лучше было, смотри, чтобы лучше было, чтобы лучше было, вы разбегаетесь. Руки сверху, руки сверху. Хорошо. Вот надо будет.
человека сначала сюда ставят. Пошли. Оттуда сюда. По два человека. Нет, взяли. Нет, по два. Я не буду вас понимать. По два человека. Вот, поднимай. Стоп, не спешите. Так. Как вы ставите? Дальше. Все, рядышком. Стоп, стоп, там не ставят. Рядом, рядом. Теперь здесь рядом. Теперь здесь рядом. Теперь там рядом. И потом туда. Туда. Одну туда, одну туда. Пожалуйста, один раз туда, один сюда. И сюда. Сюда. Лилю, это туда поставь. И еще сюда один. Отсюда.
Лиса, ну держи. И садимся. Ноги сади. И отсюда садимся на полевой прием. Отсюда 4 приема. Переворот 1, переворот 2, переворот и удушающий. И что еще? И болевой прием. Вот эти 4 приема. Первый делает 3 раза. Первый прием, второй, третий. Все по 3 раза в течение 2 минут. Так, Лили, берешь своего друга. Все, вперед. Маска должна размяться. Саша, это... Все встали, все встали. Я в том числе. Так. Ты идешь дальше. Да, дальше, да. Все. Макс, разминайся. Раз, два, три. Девочки, мы вдвоем сюда. Мы вдвоем, Да. Сюда. Все. Аджимен. Поехали. Все, отрабатываем. Саша, придите вон туда. Нет. Держи руки, держи ты его. Поменялись второй номер. Так, Матвей, стоп. Стоп, сели на колени.
удержание. Кто? Делать. Мы
обе руки. Взяли руку. Хоп, болевой. Отсюда локти держим, удержали. Спасибо, Миша, что переворачивался. На эту руку болевой, на эту руку болевой. Наоборот. Взял за туловище, скажите спасибо. Нырок сюда, на болевой. Перевернул, делайте удержание. А получается так. Один Саша вперед, переворачивает. А Миша убегает. Наоборот. Готовы? Хаджимен! Раз, два, давай. Два,
4, 5, 6, 7, 8, 9. А ты? Что за пришел? Молодец. Что такое, брат? Все нормально? А? Что? Все нормально. Кровь не идет? Хорошо. Поменяли. Так, стоп. Макс, ложись на спину. Ты должен быть между ног. Вот в этой ситуации, вот эти как ADCC-шники, значит, Макс выигрывает 3 балла. Он ложится на спину, захватывает Сашу и держит. Саша должен выйти и что-то сделать. Вот из этой позиции. Алекс должен выйти из этой позиции, отойти от него. А ты, Макс, должен его ногами, руками держать. Ты понял? Если он отошел на шаг, то ты уже все останавливаешь. Легли в эту позицию. Один на спине, один между ног. Один на спине, один между ног. Удержать соперника, не дать уйти. Приготовились. Хаджин. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Даня, пришел к Мише, Саша, Бутуков. Готовы? Хаджио. Стоп. Сашенька, еще раз. Возьми, посмотрите, как Саша взял. Он взял ногами. Нет. И вторую руку под, снизу. И двумя руками за туловище. Нет, это сверху, снизу руки. Вот, только голову сюда, под голову. Стоп, еще раз. То есть, что нужно сделать? Ногами, потом нырнуть по туловище, захватить руками туловище. И ногами, руками. Приготовились. Хаджио. 1, 2, 3, патрон, забирай, чич, шасе, шапте, оп, ну, а ты! Смотрим на меня. Если у вас в партере или в стойке прямые руки, то такое положение, то выпрямленные руки, называется жопа. Все. Ничего нельзя сделать, как проиграть. Руки надо держать согнутые, как в стойке, так и в партере. Моя рука выпрямленная. Соперник делает шаг назад, и я падаю. Партере. Саша, если в партере твои руки прямые, то ты получаешь болевой. А если согнутые, Влад начинает делать болевой. Ты вытаскиваешь руку, заходишь назад, получаешь 3 балла. Ты понял? Еще раз поменялись. Кто на колени должен уйти от тебя. Просто встать и уйти. Чтобы не было касания. Готовы? Хаджио. Держи Андреева. Вот так. Голову к себе, да? Голову к себе. Кто тебя отпустил? Ударился? Хорошо. Мате. Стоп. Мате. Так. Алекс в стойку. Макс на спину. Спинаря. Макс в стойку. О,
Значит, твоя задача зайти и сделать со стороны головы удержание. Ты не переворачиваешься, Макс. Ты двигаешься вправо, влево, защищаешься ногами, но не бьешь его головой. Ты защищаешься. Ты можешь перейти на болевой. А ты должен перейти. Но! Стоп! Алекс не должен подпрыгивать и прыгать на него вот теми ногами. То есть ноги убирайте в сторону и забегайте аккуратненько, старайтесь делать удержание. Приготовились? Готовы? Начали! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матей! Матей, показывай. Саша, как у тебя? А вот он нажимать. Ты борец или кто? А если брать кипелек на желудок? Еще раз, показывай. Смотрите внимательно, ложись на. Саня. Двигается. Он взял ноги, убрал в сторону и пошел вот этой рукой брать за шею. И сразу получил полевой. Еще раз. Отсюда убираю ноги вправо-влево. Я убрал ноги сюда. И если я начал делать... Здравствуйте. И этой рукой стал делать удержание, сразу получу полевой. Не этой рукой, дальней рукой. Отсюда стараюсь захватить ручку впереди. Понятно? Пошли. Меняемся. Ачра. Двое. Три. Патру. Бей его по голове. Шампан ему давай. Шаста. Шаста. Оп. Ноу. Матея. Каталин, ты должен бежать, постараться бежать по спине и защищаться на спине. Ты соперника видишь, а так ты не видишь. Поменялись. Вот здесь. Готово? Держи мяч. Есть силы еще? Да. А, ты сядь туда. Дай мне. Ты сюда ложишься. 20 раз пресс. 20 отжиманий. И вот уходишь вон туда, потому что там камера работает. И можешь, вот здесь можешь, вот здесь около стола. И делаешь 20 приседаний. Хорошо? У тебя пресс, отжимания, приседания. Внимание! Затягивает. То есть, даже если вы его бросите и не пойдете.
Еще раз. Раз, два. Убрали. И поворачиваемся. Повернулись. Чуть-чуть повернулись. Убрали и перешли на волевой. Пошли. Первый номер. Так, пошли сели сюда.
начали выталкивать. Я стал упираться тоже. Посмотрите еще раз. Вот он делает шаг и берет. Еще раз. Вот, видите? А у меня рука это не считается. Значит, что надо Артему сделать? Надо эту руку. Оп, захватить. Что нужно делать? Еще разочек. Я раз отсюда, он берет. Я стараюсь эту руку. То есть, как вы видите, движение идет. Вот как бы борьба на руках. Борьба на руках. Если вы чувствуете, что вас возьмут. Да, вы что начинаете делать? Начинаете и падать. Не надо падать. Стойте, ну проиграл позицию, проиграл. Этих позиций миллион. Значит, в следующий раз я вам скажу, какие ошибки. У вас прямые руки. Ручки. Вы можете прижать руки. Вот, смотрите, Артем берет. Берите. И я ему не даю. Почему? Потому что руки здесь у меня сняты. И ручку раз запустил. Теперь Артем отсюда. Вот эту ручку прижал. И отсюда. А вы начинаете еще так, пиу-пиу-пиу, по морде. Вопросы есть? Идите разумеется еще. Давай разогревать. Все, пошли, борьба на руках. Девочки, вам 30 приседаний, 30 отжиманий, 30 разрез. Так, чтобы... Все, иди. Стоп!
пошел. Вот смотрите, как делается. Болевой, раз. Фиксируем. Два. Согни руку. Три. Четыре. Пять. И боремся. Шесть. И боремся. Семь. Ногу сверху на рельсу. Долго на плечоре. Тут. Восемь. Девять. Да не убью. Больно. Так что ты руку согни. Все. Десять. Матвей ставит стойку. Боремся. Захват за торс. Джимми. Да. Сейчас. Делали девчонки? А мальчишки сделали? Или только девчонки? Хорошо. Возьмете тогда мяч отсюда. Захватываем ногу отсюда. Раз.
есть там варианты лучше, чем это. Они быстрее. Ну там вам. Давайте вот этот самый простой отсюда. Раз. Еще раз. Садимся, захватываем ногу. Да, вот, захватили. Раз, садитесь и отсюда одной ногой упираемся сюда. Здесь захватываем. Раз, два. И показываем болевой. Пошли, первый там. Можно со стойки, можно сидя. Нет.
здесь тоже поменялись. Ты идешь. Ажены! Боремся! На руках? Да, на руках! И если, смотрите, стоп! Сколько? За туловище двумя руками. Раз. Два. Хорошо, лишь коленом уже. Захватить тут, поднять. И еще одно. Зайти назад, сзади. Захватить туловище сзади. Вот три победы. Ажены! Yeah.
стойку. Ставим стойку. Вы какие-то плохие хулиганы. Что вас не милиция не ловит, никто, никому вы не нужны. Иди сюда, Андрей. Держите руки. Вот стойки сделаем. Смотрите, видите, я держу руку. Вот я поднимаю. Раз, два. Это милицейский прием. Отсюда. Вы должны подняться, если в партере. Здесь вы просто идете. Раз, чуть-чуть руку. Два. Значит, тот, который делал, сейчас делает. Право руку. Да нет, Матей. Еще раз иди. Я сказал, руку держим. Сюда, и руку не отпускаем. Пошел, на правую, на левую, на правую, на левую. Миша, куда ты так резко? Куда ты так резко? Да, садись пока. Мате, Мате, значит так, еще раз, поднять, захватить туловище двумя руками, или с любого захвата оторвать, или зайти назад, и 3 секунды удержать. Че? Боремся. Андрюха, стой прямо. Смотрите внимательно.
либо фронтальный стойки получит. То есть он за ноги, вы уходите, остается лицо в полдуба. Одна нога. Одна нога. Вперед, другая назад. Он должен захватить двумя руками за ногу. Двумя руками за ногу. Вот он должен захватить. У вас же есть эта рука. Не дайте, поймайте руку, не дайте захватить, оттолкните. Еще раз. Вот. Раз, одну руку поймать, не дать. То есть он двумя руками захватить. Легенды, легенды. Ажины. Андрей, иди к Максу. Эй, что вы лежите, только в стойке Так, кто тут у меня? Цифра.
всем хочешь побороться? Я уже не хочу. Дурдуша. Аккуратно открывайте, не ломайте мне ключ. Иди сюда. Берешь две тряпки, просто положи и...
понимаете, вообще, блин, вообще, блин. Артем, три раза смотри тебя, и то, блин, там, за тройку сделал базар. Теперь еще раз, не забывайте, там болевые ноги. Если вам делают болевые ноги, то подождите, встаньте руки в сторону. До свидания. До свидания. Если ты уползаешь, то вперед, то не забудьте. Там вот так. Замечательно. Первый положение, и второй, и где-то что-то. Один балл сверху. Если ты сделал один балл, то у тебя предупреждение, один-один. Балл. Придут остальные.